В прошлом году соревнующиеся семьи приготовили 2600 бус. В этом году чемпионат проводится уже для любых организаций, но не связанных со сферой общественного питания. Требуется 10 команд, в каждой 5 человек плюс 6 запасной. Возраст не ограничен. Победитель получит ровно 1000 бус. Командам участников дается 30 минут, и за это время, кто слепит большее количество бус, тот и становится победителем. И 50% слепленных бус команда может забрать себе как приз, подарить своим друзьям, коллегам, съесть на работе, либо заняться благотворительностью, как мы сделали это в прошлом году. Кроме спортивной лепки предусмотрены и дегустация бус, розыгрыш призов среди зрителей и мастер-классы для детей. Отдельно для наших маленьких гостей мы проводим мастер-класс по лепке бус. Выходит наш профессиональный повар, учит их лепить. Также работают с ними аниматоры, все очень весело, азартно. Потом они все это пробуют, дегустируют. В общем, праздник на весь день. Заявки на участие все желающие могут отправить по электронной почте. Адрес buzaday@mail.ru. Дмитрий Гамбоев, Булат Бадмаев. Новости дня.